Всем доброе утро. В Лазаревском понедельник. Погодка пасмурная. Легкий ветерок и такой вот не менее легкий дождик. Нынче на улице так слегка-слегка капает уже. А я, как вы знаете, кто был вчера на эфире, знает. Сегодня без машины, без зонта. Поэтому будем пеше по конному, по быстренькому ходить и снимать в сторону моря. Прогуляемся по улице Павлова. Хотя она еще не такая оживленная на сей момент, как летом. Дом быта. Слева. Точнее, вот это. С этого бока он еще тот советский, как мы его помним с детства. А впереди он уже красивый такой, желто-зеленый. Дождик, смотрите, усиливается. Поэтому ускоряемся. Ой, как нежданно-негаданно так пришел дождь. Кстати, иду и заметил магнолию, про которую я вам говорил еще месяц, наверное, назад. Все рассказывал, так к ней так и не пришел. И не показал вам ее. Ну, теперь тут хочешь, не хочешь, сейчас покажу. Потому что иного варианта просто нет. Конечно, я уже пришел несколько поздно, наверное, даже. Смотрите. Вот она какая. Большая-большая ромашка. Правда, не знаю, сейчас удачно-неудачно, так как объектив подставляю прям под самый дождь. Как я мог про нее забыть? Сам не знаю. Там еще одна внутри, еще одна такая же. Сейчас покажу. Вон она. Беленькая. В том году я ее показывал. Слушайте, дождик усиливается. Я даже не знаю, может быть, не стоит даже к морю-то идти. А то я сейчас больше промокну, наверное. Я вам покажу море, но чуть другое. Давайте так. Маленькое такое море. Все оживает, все просыпается. Все цветет. В парке особенно. Вот про это море я говорил, кстати. Вот, смотрите, вот оно море. Наверное, сегодня точно не дойдем до моря. Точнее, не дойдем. Эту сакуру я вам уже показывал, но вот только-только начинает расцветать. Но мы уже видели на ней цветочки энное количество дней назад. Вот еще одна беленькая магнолия красивая. Сегодня вы наказаны. Останетесь без моря. Аромат стоит такой, есть, но пока слабенький. А вот дождик все сильнее и сильнее. Сегодня, наверное, будет первый утренний обзор. Без посещения. Зато парк покажу. Немножко. Что касается YouTube, пока, как вы понимаете, работает. Посмотрим. Будем потихонечку там тоже выкладывать ролики. Я имею в виду на YouTube. Все, дальше уже улица Колораж. Всем говорю пока. А пока сниму еще для второго канала на Яндексе. Маленький ролик. Всем пока. Сегодня как-то так.